Здравствуйте, друзья! В этом видео расскажу о контроллере твердотопливного котла, который поддерживает температуру в котле и включает либо выключает насос. Все это делалось для того, чтобы выключался насос после охлаждения котла. Ну, затем развилась тема, и я решил, что можно еще поддерживать температуру. Итак. В меню, в самом главном, у нас указывается температура на выходе из котла, температура на входе котла и включено либо выключено состояние помпы. В центре экрана, значит, у нас показывается температура на выходе из котла. Слева температура обратки. И справа включенный либо выключенный насос в обогреве. В менюшках. Первое нажатие у нас просто включает подсветочку. Следующее мы включаем и смотрим, какие у нас установлены температуры. Температура сигнализации. Следующее мы выставляем вверх-вниз, выставляем температуру включение насоса. Она же считается у нас температура, которую необходимо поддерживать в котле. Еще раз нажимаем. Это будет у нас температура выключения насоса. Температура включения аварийной сигнализации. Котел сигналит, если он перегрет по какой-либо причине. Не сработала автоматика, либо еще по какой-то. И температура сигнализации, если котел остывает. Опять же, по какой-либо причине. То есть, если установлена, правда, цифра 0, то, значит, он никогда не просигналит. Вот такие вот менюшечки. Котел во время работы. При превышении температуры включения включает насос и пошел обогрев квартиры. Если температура упадет ниже, чем температура включения, то ничего не произойдет до тех пор, пока температура не упадет ниже, чем температура отключения насоса. Ну, а также во время всего этого работает управление заслоночкой, которая регулирует свое положение от в зависимости от температуры на выходе из котла. Поддерживает его в пределах при превышении температуры на выходе из котла на 5 градусов, чем температура включения насоса. Ну, как я говорил, это уже температура, в общем-то, поддерживаемая на выходе из котла называется. При превышении на 5 градусов заслонка будет полностью закрыта. При понижение, наоборот, на 5 градусов температура будет заслонка полностью открыта. Но в промежуточных положениях, естественно, будет промежуточное какое-то значение. Устанавливается значение порядка на 2-3 градуса выше, чем установленная температура. И в таком режиме котел длительное время горит. Также предусмотрено пункт меню, когда мы из главного меню уходим, нажимаем левую клавишу, значит, мы сохраняем установленные наши значения регулировок, благодаря чему, даже если исчезло напряжение и включилось, все равно становятся те значения, которые были настроены. Если, конечно, не сохранить, то установятся те значения, которые были до того. Вот.
Вот из дополнительных функций я сюда еще прикрутил управление заслонкой по открытию двери загрузки. То есть для того, чтобы когда мы будем загружать котел топлива, у нас поддувало будет закрываться, чтобы не было тяги, чтобы не было дыма, не шло из загрузочного, из загрузочной дверки. В устройстве установлен контроллер Arduino, блок питания от какого-то мобильного, от зарядки, релюшечка, да и все, собственно. Насос обычный на системе, ничего тут такого сложного нету. Сейчас я вам покажу, как работает заслонка. Там используется серво, обычная серво, 9-граммовая. С правой стороны на заслоночке стоит серво. И вот я сейчас буду регулировать температуру, установленную температуру. Сейчас на котле примерно 60 градусов. И если я буду ставить 67, то заслонка закроется. Если я поставлю 55, то заслонка откроется. Вот так это происходит. Еще скажу, что датчики температуры я использовал 18B20. Один просто он прикручен на трубу, а второй установлен в котле отверстие для термощупа. Вот в это отверстие я воткнул этот датчик. Он как можно ближе получается к воде. А вот это вот сенсор открытия двери. Благодаря этому сенсору у нас заслонка открывается и закрывается. При открытии дверки заслонка откроется полностью. Когда мы закроем дверку, заслонка вернется в исходное положение, в такое положение, то есть в котором она была до открытия двери. Если в данном случае она у нас полностью открыта, значит у нас открывается от полного до полного закрытия. Если кому интересно, спрашивайте. Расскажу. Схемы как таковой не делал. Все на коленке собрано. Никаких дополнительных плат, ничего я не травил. Arduino прикручено прямо к экранчику. Припаяно на проводах. Модуль реле рядышком прикручен. Ну, точно так же рядышком прикручены блок питания. Больше ничего в этом аппарате нет. Все остальное скоммутировано проводочками. Собственно, схема элементарная. Кнопочки, как в моем скетче, последовательное соединение трех резисторов. Там четыре кнопки. Вверх-вниз, вправо-влево. Благодаря этим кнопочкам происходит все управление. Благодарю всех за внимание. Кому было интересно, подписывайтесь. Еще будет очень много устройств. Идей очень много. По автоматизации. Различных процессов. Спасибо. До свидания.